С картой МИР проезд в общественном транспорте республики подешевел. При оплате поездки банковской картой, загруженной в смартфон, стоимость билета снижается на 6 рублей. Воспользоваться скидкой можно в тех автобусах и троллейбусах, которые оснащены терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Сегодня в Хакасии их около 200. Пассажиры активно принимают участие в акции и существенно экономят на поездках. Я как только узнал, что на проездах можно экономить, сразу же установил бесконтактную оплату на телефон. Это быстро и удобно, не нужно носить с собой мелочь. Всем советую, рекомендую. Я посчитал, в течение 4 месяцев я смогу сэкономить в районе 2000 рублей. Чтобы оплачивать проезд с выгодой, нужно включить на телефоне функцию бесконтактной оплаты, установить приложение «Мир Пэй», загрузить в него данные любой карты МИР. Все готово. Главное условие для экономного проезда – оплата телефоном. Хочется особо подчеркнуть, что скидка применится автоматически, если вы оплачиваете проезд картой МИР, загруженной в смартфон. Для того, чтобы оплата прошла, не обязательно наличие интернета. Например, для приложения МИР Пэй наличие сети не требуется. Скидка применится автоматически даже при отсутствии сети. В приложении своего банка, в пуш или смс-уведомлении от него вы можете убедиться, что скидка прошла. В акции участвуют все карты МИР, в том числе выпущенные онлайн в приложении банка и не имеющие пластикового носителя. Подробную информацию можно узнать на сайте приветмир.ру и в мобильном приложении «Привет». Акция продлится до 30 июня 2024 года.